Мухаммад Султанов! Все сделал Тамерлан красиво, как задумал. 1-1 Иракли Логово, и все-таки они дожали. Замена готовится у Арсенала. Киртанов низом. И снова спокойно Демиргаджиев головой. Логово! 1-1 Иракли Логово, и все-таки они дожали. И все-таки дожали футболисты Велеса в этом отдельно взятом эпизоде и в этом матче. 1-1. Но вот обрати внимание, здесь совершенно непонятное действие Артема Сокола. И, конечно, это тоже привоз. Недовольный Шамов. А дальше Демиргаджиев. Вот критиковали мы, что неинтересно, что Демиргаджиев головой — это скучно. Но вот, пожалуйста, здесь Джамал Демиргаджиев сыграл ровно так, как и надо было играть головой весь этот матч. Момент сейчас. А почему головой-то? Потому что гол! Потому что вот так нужно забивать, показывает нам Руслан Опеков. Знаете, хотел я его сейчас поругать. Зачем головой бить оттуда, где неудобно и далеко? Но в итоге на такой траектории, по такой, точнее, траектории мяч летел, что Андрей Климович просто ничем своей команде помочь не смог и не мог. Юсупов, статика. Подача. Или удар по воротам! Удар по воротам. 2-0. Сюрприз, сюрприз. Хорошего настроения в этом не ждал. Проспал. Проморгал этот удар. Зевнул Голубев. В последнюю секунду. По поводу падения футболиста Родины в штрафную. Султонов в смещении. Ой-ой-ой! Мухаммад Султонов! Это Су-22 или Су-7, точнее, сейчас, если говорить о номере. Султонов блестяще стартовал за Родину, придя из Торпедо, где не получилось в премьер-лиге ни у Калмыкова, ни у Султонова. Сразу отдал, сразу забил. Отдал Шинником, забил и отдал с Арсеналом. Но вот после этого не забивал больше. И сегодня очень важный гол. Султонов отдал голевую здесь, в том самом матче, который мы вспоминали уже не раз. 40-я минута. Мусаев. Удар! Гол! Все сделал Тамерлан в этом эпизоде красиво, как задумал. 40-я минута. Еще раз смотрим. С правой ноги. Все, что смог, сделал Нестеренко, но потащить этот мяч не смог. 1-0.